Скажи мне, пожалуйста, кто в 1812 году захватил Москву? Не знаю. Наполеон! Торт захватил Москву? Какой торт? Это человек! Наполеон это торт! Я его ел на юбилей у бабушки! Хорошо! А кто раньше правил Римской империей? Кто? Цезарь! Салат правил Римом? Какой салат? Цезарь! То есть ты хочешь сказать, что торт захватил Москву, а салат правил Римом? Да! Идиот! Кем был Иван Грозный? Программистом. Программистом? Да. И что он программировал? Сайты. Логику включай! Хорошо, я постараюсь. Кем был Иван Грозный? Грозным. Кем был Александр Пушкин? Пушкой. Кем был Петр Чайковский? Чаем. Кем был Александр Попов? Попой. Кем был Лев Толстой? Толстым. Кем был Петр Первый? Первым. Кем был Николай Второй? Вторым. А кем был Александр Третий? Третьим. Логично! Сколько длилась Столетняя война? 100 лет. В каком месяце была Октябрьская революция? В октябре. Где была Московская битва? В Москве. Где придумали киевские котлеты? В Киеве. Где придумали тульский пряник? В Тульске. А где придумали адыгейский сыр? В Гейске. Последний царь на Руси? Путин. Кто крестил Русь? Путин. Кто открыл Америку? Путин. Кто президент России? Обама. Россия! Кто живет в Краснодаре? Краснодарин. Кто живет во Владимире? Владимиры. Кто живет в Ярославле? Ярославы. Кто живет в Иваново? Иваны. Кто живет в Рыбинске? Рыбы. Кто живет в Киеве? Киевские котлеты. Кто живет в Чите? Читеры. Кто живет в Адыгее? Адыгеи. Кто живет в Пензе? Я. И кто ты? Пензец. Пиздец! Кто построил египетские пирамиды? Таджики. Кто построил Пизанскую башню? Пизуны. Где находится Китайская стена? В Таджикистане. Что сделал Геракл? Накакал. Между кем была Вторая мировая война? Между цыганами и узбеками. Из чего делают изюм? Из старых бабушек. Из чего делают шоколадку Аленка? Из Аленок. Какие грибы растут под сосной? Подсосники. Что измеряют спидометром? Спид. Откуда появляются дети? Из жопы. Ну да. Английский знаешь? Знаю. Как на английском будет вниз? Не знаю. Down. Сам down. Идиот. Это английский. А? Понял. Как на английском будет отель? Как? Hotel. Чё хотел? Ничего не хотел. А чё говоришь, что хотел? Отель. Hotel. Чё отель хотел? Ничего он не хотел. А? Ну ладно. А как на английском будет оружие готово? Не знаю. Гандон. Сам ты гандон. Скажи что-нибудь на английском. Идиот. На английском скажи что-нибудь. Привет. Слова на английском скажи. Слова. Английский.